Шоу «Вежливых людей» представляет. Вот в спорте все объективно. Пробежал быстрее всех 100-метровку. Все, ты молодец, победитель, чемпион. И никого не интересует стиль твоего бега. Хоть задом наперед. Как-то он не концептуально пробежал. Ну ты сам так пробеги. Тройной тулуп. Разговоры о спорте на троих. Ну что, всем большой физкульт-привет, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «Тройной тулуп», где мы сегодня, конечно, обсуждаем главное спортивное событие четырехлетия, главное зимнее спортивное событие. И как уже самые смышленые и смекалистые из вас успели догадаться, поговорим мы сегодня про Олимпиаду в Пекине. Затронем не только открытие, но и все то, что будет происходить в ближайшие 3 недели. Мы поговорим о том, прежде всего, за кого болеть псковичам там. Есть ли уроженцы нашей земли на Олимпиаде в Пекине? И, собственно, вообще, как развиваются зимние виды спорта на нашей земле, родной? Пекин-то это хорошо, но все-таки псковщина ближе, да? Вот. И будем делать это мы втроем сегодня с Александром Робиным, Виталием Михайловым и Ириной Алексеевой. Ира, привет! Спасибо большое, что пригласили. А поближе к микрофону. Да-да-да. Спасибо большое, что пригласили, потому что, ну, я заядлый болельщик, есть о чем поговорить. Прям заядлый. Да, да. Ну, Виталий меня и специально позвал, потому что у нас с ним жаркие споры еще с вчера начались, еще до открытия Пекинской Олимпиады. Поэтому сказал, Ира, надо пойти... Споры, дорогие друзья, собственно, у нас разразились по поводу того, какое же место займет сборная России по итогам зимней Олимпиады. Этот опрос висит в официальной группе ГТРК Псков ВКонтакте, так что заходите и голосуйте. Итоги мы подведем в конце нашего эфира. Там, собственно, варианты простые. Ну, Виталий, здесь надо пояснить. Итоги вашего мнения, мнения радиослушателей, а не итоги всей Олимпиады. Ну, пока да, к сожалению. Ну, подождите, это итоги наших надежд, прямо скажем. Если быть совсем точным. И как же считаете вы, уважаемые коллеги, есть ли у нас шансы урвать золотишко? Я вот смотрю, что оптимисты пока наши болельщики, потому что лидирует вариант номер 2, мы войдем в тройку. Мой вариант, мой. Ну вот мы с Виталиком вчера спорили за это. Слушайте, я вот так посмотрел, мы в тройку не входили, дай бог памяти, с 98 года. Последний раз мы были в тройке. На зимних Олимпийских играх, это не считая Сочи, где мы победили, да? А почему не считая Сочи? Но Сочи все-таки стоит особняком, давай скажем так, прямо. Потому что ни до Сочи ничего не предвещало, ни после Сочи. 18-й год показал, что совсем. Виталий. 18-й, вот как раз я бы не брала бы 18-й год. Мы вчера как раз с тобой жаркий спор поводу завели, потому как нашу страну урезали, обрезали и зарезали. Да, но половины спортсменов не было, конечно, в Пхёнчхане. Я бы даже сказала бы не то, чтобы половина, а то, как наша страна была представлена на тот момент, мне кажется, только один Олимпийский комитет понимал, каким образом он приглашает наших спортсменов. Мне кажется, ни наши болельщики, ни наши функционеры, не уж сами спортсмены не понимали вообще, кто туда поедет, зачем туда поедет, вообще как будет. Поэтому предлагаю 18-й год вычеркнуть вообще. Хорошо, Ирина, а вот ты как болельщик и функционер, да, и немножечко спортсмен, в этом году наша сборная поехала в максимально оптимальном составе, либо же кого-то ты все-таки еще добавила туда к нам в сборную? Саш, знаешь, постучать хочется по дереву, потому что, к сожалению, все это признают, и мы тоже вынуждены признать, мы-то поехали, может быть, в оптимальном составе. Почти, да. Mm-hmm. Но, к сожалению, мы живем в таких условиях уже 2 года, когда вот сейчас и наши спортсмены сейчас и на воду будут ждуть, и начнет на молоко, наш на кто-нибудь побеждать, а бах, тут положительный тест. Вот. Именно об этом я и говорю, что ведь сейчас мы уже получили несколько положительных тестов, и это достаточно сильные спортсмены, как бы, да, и мы понимаем прекрасно, что сами спортсмены говорят о том, что мы-то готовы, но гром может грянуть не просто среди ясного неба, давайте, а просто навалиться. Давайте я скажу, что наша вообще сборная 3-я по численности на Олимпиаде, 213 человек, больше только у США, она на первом месте, и Канады. Но США всегда представляет большое количество спортсменов. Китай в этом случае отстает только потому, что это не зимняя страна. Ну да, Китай вообще... Не зимняя история, да? Не зимняя история. Но я уверен, что они еще нас удивят на этой Олимпиаде. Могли бы брать не количеством, точнее, не качеством, а количеством в их-то случае. Ну, безусловно. Ну и, собственно, у нас 4000 спортсменов из 91 страны вообще представлены на Олимпиаде. 2 страны впервые принимают участие. Ну-ка. Гаити.
и Саудовская Аравия. А после перерыва вновь выступают сборные американского Самоа, Перу, Тринидада и Тобаго и Виргинских островов. А вот интересно было бы узнать, может быть, вы как профессионал. Вот, например, Гаити. Какую дисциплину? Не были мы на Гаити. Но мы-то не были, вот. Но будем за них болеть, вот, естественно. Какую они там, дисциплину? По-моему, один спортсмен. Я даже боюсь себе представить, какой это... Ну, слушайте, вчера показывали нигерийца. Был так счастлив и рад, что он единственный представляет свою страну, так сказать, на Олимпиаде, но теперь не представляет. Как? Потому уже что, да, коронавирус, да, его сразу свалил как-то. Слушайте, ну, жалко. Он очень расстроился, правда, улыбался, конечно, изо всех сил на свой телефон, рассказывая о том, что он чувствует себя хорошо. А ты с ним часто по WhatsApp созваниваешься? Ну, вот, к сожалению, боюсь теперь, понимаешь? Да. Слушай, ну, понятно, что в основном медали разыгрывают, ну, там, 20 стран. Вообще комплектов наград у нас, по-моему, чуть больше 100. 109 комплектов наград. Угу. В Сочи было 98, вот, например. Но потому что каждая Олимпиада добавляются же новые дисциплины. Как бы. Эта Олимпиада не исключение, кстати. Вот, подавляющее количество стран остается без наград вообще. Такие, как Гаити, Тринидад и Тобаго. Нет, ну кто знает, может, подождите, они удивят. Но здесь действует сейчас олимпийский рванут. Принцип спортивный. Да, главное не победа, а главное участие. Это тут да. Главное засветиться. Но, согласись, это смешно. Когда... спортсмены приезжают из страны, где, наверное, вообще не выпадал снег. Ну, слушайте, я помню первые гонки спортсменов африканских, лыжных. Вы знаете, когда уже все закончили, например, тот же самый дистанцию, марафон, да, дистанцию прошли. Ну, сколько? Вот часа два, наверное, ждали все, пока он пришел до конца. Медленно, но верно, он пересек финишную черту. Слушайте, ну вот вы сейчас говорите о том, что представляет страну, где вообще ни разу не упадал снег. Такой там так, Гаити, там американская Самоа и так далее. Но ведь у нас же в Обскове тоже есть спортсмены, которые якобы представляют Псков. Но в Пскове уже не живут и не тренируются. Что мешает мне выступать от Гаити? Потому что в сборную Канады мне попасть сложно, я не дотягиваю. Так. Вспомню, что у меня дедушка на Гаити. Ну, такие когда-то. Варианты возможны. Саш, вообще вполне. Ничего не мешает тебе вообще в этом вот. Случае. Тебе вообще ничего не да. мешает. Понимаешь? Я пошел тогда. Не были бы на ваших Гаити. Слушайте, но ведь еще очень много спортсменов, которые представляли раньше Россию, но не вошли, например, в сборную России. И поменяли. Об этом Саша и говорит, что... В Румынии ушли. Очень много. Если не проходишь, можно заявиться как раз-таки. Друзья, ну давай. Давайте напомним, что сборная России у нас, как на предыдущей Олимпиаде, выступает без своего национального флага, под флагом Олимпийского комитета вот, России. Можно я скажу быстренько? И без гимна. Мне кажется, проще сейчас уже нам поменять самим флаг внутри страны. Вот. Ты опасно сейчас говоришь. Да, потому что когда они наш обратно вернут, ну, я не знаю, уже сколько лет они так делают. Слушайте, ну, мне кажется... 16-го года, по-моему. Вы открытие сейчас смотрели? Да, я смотрел. Смотрели. Ты видел, в какой форме наши шли? Какой? Очень красивые форма. Куртки, интересно все. Но никто не запрещает нам, потому что на рукавах с левой стороны около сердца у наших прекрасно разместился российский флаг. И все прекрасно понимают, кто перед ними сейчас. Угу. Ну, слушайте, никто же нам это не запретил. Поэтому, это очень неприятно. Я помню первые игры, конечно, да, всех это очень сильно возмущало. Но мне кажется, даже спортсмены уже к этому как бы подпривыкли, да. Ну и потом, знаете, Петр Ильич Чайковский не самый плохой вариант, прямо скажем так, для исполнения вообще, вместо гимна. Да, так, на секундочку. Вообще не самый плохой. Да. Да. Друзья, ну давайте подключим к разговору наших слушателей, потому что у нас для них есть сюрприз. Два билета на концерт кубанского казачьего хора, между прочим, это государственный оркестр, приезжает к нам завтра, выступает в 7 часов в БКЗ филармонии. Радует наших псковичей. Да, получит тот, кто дозвонится. Да, по телефону 62-80-30. И ответит на следующий вопрос. 31 спортсмен из Псковской области в разные годы становились участниками Олимпийских игр. И среди этих спортсменов только одна золотая награда относится к зимним видам спорта. Собственно, вы нам должны назвать, кто же наш единственный олимпийский чемпион. Зимний, да. Летнего я не припомню, честно говоря. Поэтому давайте так. Да. У нас есть варианты ответа, но когда вы нам позвоните, мы их вам и озвучим. Это будет неинтересно.
Да, потому что, ну, как бы, ответ-то очевиден. Ну, это для заядлых болельщиков. 62-80-30, звоните обязательно. Ну что, друзья, двигаемся. Давайте вообще посмотрим. А что так? А мы не двигаемся, потому что уже не двигаемся. Уже кубанский казачий хор. На лыжах нам двигаться не дают. Да, давайте послушаем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. День добрый. Как вас зовут? Василий. Василий, очень приятно. Ага. Василий, смотрели церемонию открытия Олимпиады? К сожалению, нет, на работе находимся. Ну, я думаю, что у вас будет возможность, потому что, скорее всего, центральные каналы повторят, наверное, эту церемонию. Обязательно посмотрите, было очень круто. Да. Ну и так, вы, наверное, знаете без варианта ответов. Ой, честно говоря, я не помню, Сергей... Подождите, сейчас. Давайте варианты ответа тогда Саша озвучит, а вы будете выбирать. Итак, кто же у нас является зимним олимпийским чемпионом, уроженец Псковской области? Да. Вариант А. Биатлонист Александр Кузьмин. Вариант Б. Хоккеист Сергей Федоров. Вариант С. Лыжник Михаил Иванов. И вариант Д. Скелетонистка Елена Никитина. Первый, по-моему, это биатлон у нас был. Саша Кузьмин, да? Да. Так, а не помните, на какой Олимпиаде это было? Да. В каком году? Ой, честно говоря, не помню. 2000... Ой, какой-то второй. Я помню, что его встречали очень хорошо в Пскове как раз. Встречали его хорошо. Да, его прямо с поезда на руках снимали. Да. Вот честно говоря. Но, к сожалению, вы не правы. Василий, это не Александр Кузьмин. Да. Просто Александр Кузьмин везде хорошо встречает, потому что приучил нас, псковичей, его хорошо встречать. Да, друзья, ну что ж, напоминаем наш номер телефона 628030. У вас есть все шансы выиграть два билета на кубанский казачий хор, замечательные исполнители и танцоры. Вот, поэтому... Кстати, могли бы выступить на открытии Олимпиады? Вполне. Ну, если следующая Олимпиада будет в России, мы обязательно предложим это организаторам. Саша, это прекрасно. Нет, предложим два билета. Поэтому набирайте нас. Уже набрали, поэтому. Так. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, дорогой маяк. Дорогой Дмитрий нам звонит. Да. Да, тут без вариантов ответа. Михаил Иванов, лыжные гонки. Он наш земляк и уроженец. А вы помните, в каком году случилось? 2000 какой-то там. Я сейчас точно не помню. Напомню. Во-первых, мы скажем, что это правильный ответ. Михаил Иванов, уроженец, он какого города? У него тренер Павел Геннадьевич Мищенков. Так, значит, он уроженец какого города? Города Остров. Ну, замечательно. Да. А вы помните, при каких обстоятельствах Михаил Иванов получил свою золотую награду? По-моему, кто-то дисквалифицировали или как-то так. Он пришел первым к финишу, он пришел вторым, но просто первое место... Поймали за... На допинге, да. Поймали его за другое, да. Вот, собственно, золотая награда отошла Михаилу Иванову. Действительно, поздравляем вас, Дмитрий, вы прямо наш чемпион. Да. Почти Михаил Иванов. Чемпионы Олимпийских игр. Чемпион маяка. Мы вас тройного трупа конкретно объявим сегодня. Спасибо. Ну, я всегда на одной волне с радио. Отлично. Оставайтесь так же и оставляйте свой контактный телефон. Мы с вами обязательно свяжемся. Виталий. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну что же, друзья, давайте тогда переходить уже к спорту. Разыграли билеты, прекрасно. Не, давайте напомним, в какой дисциплине Иванов победил-то. Это же самое престижное считается олимпийское. Лыжные гонки, марафон. Ну какая, вот, потому что это считается, да, самая престижная золотая медаль лыжных гонок. Да, это был полтинник. Да, Саша, это был полтинник на лыжах. Ой-ой-ой-ой. На самом деле, это практически всегда завершает Олимпиаду, и марафонцы получают последними медали свои на закрытие Олимпиады. После Михаила Иванова такой у нас был только Александр Легков на Сочинской Олимпиаде. Который слава богу, медаль у него не отобрали, а вернули потом. Сашу оправдали, по всем статьям. Но... Если бы отобрали, мы бы не завоевали первое место. 50 километров на лыжах. Да. Ой-ой-ой. Это очень круто. Да, ну что? Да, ну давайте мы вообще послушаем. Сейчас мы записали Елену Чернышову, исполняющую председателя комитета по физической культуре и спорту, которая расскажет, почему на нашей земле не появляются новые Михаила Иванова в настоящий момент. Вот уже ждем. Сколько? 20 лет прошло, друзья. Где они? Давайте послушаем. И мы их растим.
Ну, я думаю, на сегодняшний день таланты у нас есть. Просто они еще совсем маленькие, мы можем с вами наблюдать, да, потому что здесь очень перспективные ребята и в хоккее, и в фигурном катании, и в биатлоне. Я думаю, что это как раз будущие звезды российского спорта. И давайте мы будем болеть за них сейчас. Ну, к сожалению, да, был такой период, когда у нас было затишье. Но это не говорит о том, что мы не развивали эти виды спорта. Просто было затишье, и надеемся на дальнейший рост этих видов спорта. У нас более развиты летние виды спорта, чем зимние, да? Наверное, сказывается и специфика в погодных условиях, да? Мы видели, сколько раз нам приходилось менять соревнования по лыжным гонкам и биатлон из-за погодных условий. Но о том, что они развиваются, они все-таки развиваются. Конечно, они развиваются больше в Пскове, в Великих Луках, да? В Острове есть база лыжная. Но в маленьких городах, поверьте, тоже есть лыжные гонки, где принимает участие большое количество спортсменов. Но если посмотреть, что за последние 10 лет в Псковской области появилось даже 2 ледовые арены, чего не было еще 10 лет назад, то можно сказать, что, конечно же, перспективы развития зимних видов спорта у нас с вами есть. Но есть еще к чему стремиться. Даже рассматривали вопрос расширить количество видов спорта, которые можно развивать в Ледовом дворце. Но мы опять же встали от того, что не хватает времени на то, чтобы развивать другие виды спорта. Поэтому не нужно строить большее количество объектов спорта, чтобы расширить биографию развития зимних видов спорта. Спасибо большое, да, Елене Чернышевой. Мы надеемся, что звездочки растут наши. Да, и в том числе и в фигурном катании. Да, и прямо безусловно. Да, и прямо сейчас нам хотелось поговорить с президентом Федерации фигурного катания Юлией Зайцевой. Юля, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Юлия, ну ваша дочка стала кандидатом в мастера спорта. Это прям достижение. Невероятный успех для Псковской области в прошлом году случилось. Да, это было в прошлом году. В этом году мы уже выполнили мастера спорта. Да вы что? Сейчас наши документы, да, в Москве на рассмотрении в Министерстве спорта. Но мы поздравляем вас. Да. Спасибо. Поздравляем, да, вашу дочь. Поздравляем, а скажите, Валерию, а скажите, да. А когда еще подтянутся пара-тройка фигуристок? Такого а фигуристов, уровня, я да. так понимаю, у нас нет вообще мужчин, фигуристов, парней. Нет, да, у нас мальчики есть на начальных этапах подготовки, но потом у нас просто сильная конкуренция с хоккеем, и все мальчишки рано или поздно оказываются в хоккее. То есть вы их ставите на конек, так скажем, им да? Им стыдно, да, стыдно и прийти без грюшки. И они от вас коньковым ходом убегают в хоккей. Да. Ну, у нас на самом деле в регионах вообще большая проблема с мальчиками. Даже в столицах, вот там в Москве достаточное количество, а даже Санкт-Петербург там холит и лелеет этих мальчиков. У них прям какая-то специальная программа по сохранению контингента мужского в фигурном катании. Угу. То есть есть небольшие есть проблемы. Небольшие гендерные проблемы. Гендерные, да. То есть, но все-таки, Юль, да, если... подтягиваются дальше за дочкой-то вашей еще, да. наши фигуристочки. Конечно, алло, тянутся, да-да-да, конечно, тянутся девочки. Вот у нас в этом году тоже на крупных стартах будут выступать наши псковские фигуристы. Сейчас прошли зональные соревнования среди младшего возраста, вот ездили у нас дети. И впереди спортсмены учащихся тоже также будут участвовать наши дети. Так, замечательно. А что нужно, чтобы развивалось фигурное катание активнее, еще больше, может быть? Конечно, кроме мальчиков. Ледовые площадки, потому что один ледовый дворец у нас просто он на износ работает. Там занимаются дети с самого раннего утра и до самого позднего вечера, как вот только возможно государственными стандартами время выделить, то это все занято детьми. И, конечно, они да. не хватает. Тут так. Саша тянет Юля, руку. А вот вопрос такой. Раньше фигурное катание в советское время, когда не было ледовых дворцов, оно что же у нас существовало? И зимой, ну, не стесняясь, выходили тренироваться на открытые ледовые катки во дворах, да, там еще где-то их заливали. Да, да. Вот сейчас, в принципе, погода позволяет. Почему не проводить тренировки на свежем воздухе? Слушайте, ну, если вспомнить раньше фигурное катание, когда там Ирина Роднина выигрывала Олимпиаду с двойными прыжками. Понимаете, весь спорт развивается настолько, что качество льда не позволит выполнять такие элементы, потому что сейчас уже девочки 13 лет прыгают четверные прыжки. А можем ли мы сказать, что Валерия Зайцева катается лучше Ирины Родниной уже? Ну, уже, наверное,
Олимпиада! Отлично, замечательно. Мы ждем вашу девочку на следующих Олимпиадах. Да. И напоследок, Юля, мы сегодня всех наших спортсменов, кому будем звонить, да, в общем, с ними изучаем китайский язык. Да? Да. Вы же знаете, как привет по-китайски? Нет. Нихао. А вот давайте мы вам зададим следующий вопрос, Саш. Да, поехали. Итак, Юля, если «да» по-китайски будет как «дуй», то как же по-китайски будет «нет»? И Ира нам объявит вариант ответа. Ну, пожалуйста, пожалуйста. «Бу-ши» — второй вариант. «Байдены» и второе «оба мы». То есть три варианта. «Бу-ши», «байдены», «оба мы». Как будет «нет» по-китайски? Ну, давайте первый вариант пусть будет. Буши, да? То есть? Ну, конечно. А зачем вы нас обманываете, что не знаете китайский? Вы, у вас по китайскому в школе пятерка была. Вот. Замечательно. Спасибо большое, Юлия. Да. Юлия Зайцева. Будем болеть, да, за наш президент Федерации фигурного катания. Спасибо, что в Псковской области была с нами. На связи. Кстати, да, вот я теперь к нашей профессиональной болельщице Ирине. Пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Хочу обратиться, Ирина, уже ж до открытия еще начались какие-то соревнования по фигурному катанию, я правильно понимаю? Ой, сегодня вот, жаркие сейчас споры были, да, и крики были. Mm-hmm. Мы сегодня смотрели с утра, то есть как только я пошла на работу, я включила и дома, я смотрела. Естественно, смотреть начала не в 4 утра, очень неудобно, Олимпиада, так же, как вот была летняя Олимпиада. Для нашего часового пояса это не очень удобно, скажем так, да, эти спортивные соревнования. Но, естественно, как только я проснулась, я сразу включила. Удобно. Да, пришла на работу, опять включила, потому что они все еще шли, все еще шли. Да, начались командные соревнования у фигуристов. Собственно говоря, сегодня был первый день. Что-то там не сильно сладко да гладко, да, было? Да, читала сегодня я и коллег, прессу читала, да, есть мнение такое у коллег, что сегодня мы вчистую продули, скажем так, да, и якобы золотые медали нам несет. Не могу согласиться. Но проиграли, да, мы проиграли, обидно очень проиграли. Есть небольшой осадок, читала сегодня про Навку, которая говорит о том, что американские судьи к нам субъективны и, наверное, по понятным причинам. Опять же, с коллегами сегодня обсуждали, ну, да, наши спортсмены-герои еще знаете почему? Ну, все-таки беспрецедентное давление все-таки есть на нашу страну. И тут которое как всегда бы... было, им уже привыкли. Подожди, подожди, ты уже сразу находишь оправдание в случае чего? Что это такое? Давление? Ну, смотри. А что, на другие страны нет давления? Ну смотри, Виталий, вот мы сегодня смотрели, самое яркое выступление было сегодня на спортивных пар, скажем так. И если мужчина третье место мы заняли сегодня, наверное, все-таки объективно, да, мы проиграли там американцам. Танцы на льду я бы еще поспорила, но так, вот спортивная пара, ну тут совсем спорить надо. Во-первых, конечно, тут понятно, что приоритет кому будут отдавать? Выступали, как ты думаешь? Бы они на нашем льду. Ну, наверное. А? В нашем льду. Но потому что продули-то мы китайцам. У нас висит человек на телефоне, да, давайте мы его подключим к разговору. Это Олег Константинов, журналист наш псковский. Олег, приветствуем тебя. Да, добрый привет, вечер. Друзья, привет. У вас там, смотрю, такие... А присоединяйтесь, присоединяйтесь. Ну, собственно, почему мы позвонили Олегу, давайте объясним. Почему мы позвонили Олегу? Олег, почему мы тебе объясни нам, почему тебе позвонили? Да, Олег, потому что ты у нас дядя, то есть близкий человек достаточно, так, нашему скелетонисту Никите Трегубову, который должен был поехать на Олимпийские игры, но в последний момент у него случился положительный тест, и он остался дома, к сожалению. Да? Да. Все так? Даже дядя самых честных правил, да. Так, расскажи нам, пожалуйста, действительно ли вот Никита... Собирался ехать. Нет. Ну, собирался точно ехать, да. Родом отсюда, ну, то есть его родственники, да, какие-то корни у него. Нет, ну, то, что дядя, это точно. То, что Никита троюродный племянник, да. Ну, если так уж говорить по-русски, просто, конечно, он сибиряк, да, да, он родился в Сибири. Но я уже 5 лет на всю Псковскую область кричу и говорю, что да, вот... как бы моя бабушка и бабушка его матери, родные сестры, понимаете? Ну куда ближе-то, друзья? Так, наша кровь, да, наша, а псковская кровь. А была? Нет, друзья, не просто наша, это сибирская, это сибирский уезд, Томсинская волость, древняя Отерёва. Да, все, да, Никита там, наш, мы поняли. Да, там стоит 4-метровый православный, ни одного дома нет, но 4-метровый православный крест в честь жителей. Так, ну давайте напомним, что в 2018 году так, в Корее Никита завоевал серебро на Олимпиаде. На самом деле на него очень рассчитывали в этом году. И он был одним из сильнейших нашей сборной, я так понимаю. Да, Олег? Слушайте, ну и в этом году он тоже бы, я почти не сомневаюсь, выступил. По крайней мере, у них в команде шло 4-е место, и у него уверенный, он спокойно, четко проходил.
Вот, ну что еще? Ну, корона подвела, а кто эту корону подсудил, да, паразиты всякие. Олег, а сколько лет Никите сейчас? Ну, слушайте, 27, наверное, уже. Так, он где-то на год младше Полинки, а сколько вы... А сколько Полинки? 27. Слушайте, ну для спортсмена, как бы, ну, самый рассвет получается. Я думаю, следующий вопрос который будет холост. Нет, следующий вопрос. Мне очень хочется надеяться, что на следующую Олимпиаду он все-таки попадет, потому что, ну, реально 27 лет, ну, как бы, рассвет, и очень хочется надеяться, что он дальше продолжит свою карьеру и представит нашу страну все-таки на следующих Олимпийских играх. Ну, скажу так, да. 27 это для них молодой скелетонист. Там у Тукусов уже за 30 лишним, по-моему. Да. Кстати, я хочу вам сказать, что вот конкуренты Тукурса за него очень болеют и переживают. И сейчас вся Прибалтика. Мы туда в Сигулду ездили, болели за него, кричали, когда он побеждал. И вот конкуренты болеют. Друзья, три дня он дома, но он готовится уже к весенним соревнованиям. Ага, к весенним. Но пока вот я смотрел за нашими саночниками, бобслеистами, скелетонистами, все они что-то пока не очень показывают хорошие результаты на разминках, да, на тренировках. Но будем верить в них. Олег, зацепиться, но надеюсь, что зацепиться. Ага. Сколько наград завоюем? Слушайте, знаете, вот я не люблю, когда наши чиновники скажут, а вот сколько завоюем, а завоюем такой... Олег, нам до чиновников. Подожди, надо же медальный планшет. Нормально, Олег. Нет, ну я, мне хочется, знаете, вот тот, кто проигрывает и вдруг завоевывает медаль, вот я за того болею, за общей командой, ага. Ну фиг его, блядь. Я вот, понимаете, вот я болею за слабого, вот пусть наш слабый будет вторым, третьим или первым. Так, Олег, и напоследок, тебе задание по китайскому языку. Да, итак, Олег, скажи, пожалуйста, как по-китайски будет слово «плохо»? Плохо, что Никита Трегубов не поехал на Олимпиаду, поэтому, Олег, как будет по-китайски «плохо»? Ну, такие, на самом деле, ответы... Смешные. Я вот читаю, нет, я вот просто читаю, думаю, все ответы вообще плохие. Подходят. На русском языке все плохие, да, и все подходят, да. Бухала, второй вариант «бухао», и третий вариант «бухая». Ну, наверное, второе. Бухао? Слушайте, у нас все китайские знают. Да, Олег. Ну, потому что русские и китайцы братья навек. Ну, что вы хотели? Бухао. Я только что сейчас с вами, друзья, вернулся в Инстаграме из Порт-Артура и установил, что в Порт-Артуре герой и священник наш до последнего времени жил. Понимаете? Так что все... Очень все взаимосвязано, да? Мне понравился. Я только что вернулся из Инстаграма. Все, спасибо, Олег. Передавай. В Инстаграме будет. Передавай привет. Да, Никите передаю привет от нас. Спасибо за вашу бодрость. Да, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Так, друзья, не стал спрашивать у Олега, спрошу тогда у вас. Вот отдать ребенка в скелетон. Это вообще каково? Но вообще, я ребенок, не понимаю, чем отличается скелетон от саней. А там как положением головы, если ты, как в йоге, собака мордой вниз и собака мордой вверх. Но вообще это камикадзе, это спорт для камикадзе, мне кажется, вообще. Как человек может полностью практически быть незакрытым, только в одном шлеме, ехать 130 км в час? Я просто как автомобилист, сидящий в машине, Я жду, честно говоря, когда в Олимпийские игры включат катание на ватрушку. Ну, конечно. В финском парке. Нет, просто, ну, представляешь, у тебя ребенок 4-5 лет, ты думаешь, куда его, в футбол? Нет, скучно, там еще куда-то, нет. О, в скелетон. Сможет. 130 километров в час, и все. Я напоминаю, что продолжается голосование. Какое же место займет сборная России по итогам зимней Олимпиады в Пекине? Голосование идет в официальной группе ГТРК Псков ВКонтакте. Заходите. Не изменилось ничего? По-прежнему. Проценты растут, скажем так. Проценты растут у оптимистов, я надеюсь. Смотри, подросло мнение. Неважно какое, главное бы в хоккее победить. А я вот здесь соглашусь. 5% уже так отвечает. Слушайте, ну... Но в прошлый раз удалось. Две золотых у нас было в 2018 году, одна из них — это в хоккее. Ну вот обидно, да? Команда большая, а золотая одна. А надо на всех считать. Друзья, давайте мы сделаем музыкальную паузу сейчас. Да, давайте. Запустим нашу следующую рубрику. Time-out.
Я считаю, что нашим олимпийцам духу придаст гимн олимпийской сборной, который был в Сочи, который помог занять нашей сборной первое место. Так, только важно, без допинга, друзья. Да. Звезде навстречу шаг вперед, твой путь судьбой отмечен, этот миг уже не повторится, ты готов к своей мечте стремиться, верь, люби, гори, не сомневайся, все в твоих руках, почувствуй силу, нет границ, иди и помни то, что жизнь игра, возьми свою вершину, наши силы. Ну что ж, продолжаем говорить про зимнюю олимпиаду в Пекине и про зимние виды спорта на Псковщине, друзья. Жарко обсуждали мы сейчас хоккей. Хоккей. Ну, женская сборная сегодня сыграла. 5-2, бабах. Слава богу, потому что вчера у 6 наших хоккеисток обнаружили все-таки коронавирус. Но все равно все ждут мужскую. Вот не обидно женщин? Обидно. Да? Ну, как ты меня сейчас как женщину спрашиваешь, конечно, обидно. Ну, потому что от женской сборной мы ничего не ждем. Если они там пройдут в полуфинал, это уже будет подвиг. Ты знаешь, чем хороши Олимпийские игры? Олимпийские игры всегда во всех видах спорта приносят удивительные результаты. Выигрывают. Олимпийскими чемпионами становятся иногда те, от которых вообще ничего не ждут. Да ты что? Ты скажи мне, ты ждал, что сборная Германии по хоккею станет финалистом? Не ждал он. Он вообще ничего... Не ждал, но слушай, мне кажется, там трудяги. Я тебе еще раз напоминаю, сборная команда Германии. То есть я тебе сейчас не назвала ни шведов, ни чехов, ни финнов. То есть как бы, да, ни американцев. Никто не обращал внимания, а они научились играть. Они потрудились, они играют в НХЛ. Давай напомним, что в НХЛ и в 18 году не было, да, ребят из НХЛ, и в этом году не будет из НХЛ, да, в хоккее. А мне кажется, тем интереснее турнир, но по большому счету. Но согласен. Давайте перейдем уже, как говорится, к делу, да, и у нас хоккею перейдем. Да, у нас на связи тренер по хоккею Сергей Малышев. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, насколько понимаем, прямо сейчас находитесь на льду на тренировке, да? Все правильно, у меня идет тренировочное занятие. Кого вы тренируете, напомните нам? Хоккейный клуб «Торнадо Псков». Так, какой возраст? 2010 года рождения. Ага, отлично. То есть это будущее. Те самые... Я только хотел сказать, это те самые фигуристы, которые ушли из фигурного катания? Можно и так сказать. Просто перед этим была Юля Зайцева, и она говорит, что встают на коньки и прям сразу прямой наводкой едут в хоккей. Ага, ну, мальчиков в основном и отдают в хоккей. Да. Скажи, это ваши завоевали... Золотую шайбу. Победу, да, золотую шайбу. Нет, это мальчики постарше 2002 года. Но вы стремитесь к этому. Ну, конечно, обязательно. Так, смотрите, вот у нас нашему Ледовому дворцу в Пскове, да, исполнилось в конце прошлого года 10 лет. Так. То есть за это время выросла команда, которая уже может завоевать золотую шайбу. Это неплохо, на мой взгляд. Я бы даже сказал, хорошо. Вполне. Может Вполне быть, нам пора уже задуматься, например, о профессиональной команде своей, хоккейной. Вот у нас есть любительский чемпионат, да, там играют взрослые, ну, там, 3 дивизиона, прекрасно. Но, тем не менее, может быть, там, давайте мы заявимся в высшую хоккейную лигу, да. Ну, не в КХЛ, там пониже что-то есть, да. Да, это слишком. Вот туда как же. Вы считаете? Потянем? Псковской области очень не достает профессиональной команды, конечно. Мы в этом направлении работаем, но пока что безуспешно. Все упирается в финансы. Финансы. А сколько нужно? Да. Я точную сумму не назвать не могу, но для области это, видимо, неподъемная цифра. А вот если, допустим, ну, предположим, мы решили сейчас вопрос с финансами, да, по уровню, сможем ли мы как-то достойно конкурировать с другими командами? Понятное дело, мы не говорим сейчас про там самый наивысший уровень, но где-то вот, может быть, там вторая, третья лига, дивизион. Мы вполне можем конкурировать. Особенно если команда процентов на 70 будет состоять из служащих ВДВ. Давайте так скажем. Так, ну это сложный вопрос. Почему сложный? Мне кажется, как раз ВДВ «Купол» было несколько раз чемпионами последних лет становилось. Ну это да, это другой уровень. А получается, что профессиональный хоккей, все равно надо регулярные тренировки.
А, то есть вы думаете, что не справятся ребята, нет, да? Нет, мы справиться-то, может быть, и справятся. Вот, просто... Угу. Сергей, а вот, вот из подрастающего поколения есть ли те, кто, кого потом можно взрастить? Да, там, будущие вот... звезды, да, Саша. И будущие звезды. Будущие Сергея Федорова, давайте да. скажем. Я тоже не сказал, таких достаточно. Ага. А уезжают вообще наши ребята, может, там лет 14-15, куда-то в команды там, Санкт-Петербурга, Москвы, вот туда? По нашей концепции получается так, что и делаем, потому что здесь роста дальнейшего нету, и получается, что приходится нам отправлять их, чтобы они дальше развивались и в профессиональные команды попадали. Отправлять. Грустно звучит, конечно, немножко. Да, ну здесь тоже... Ну слушайте, как грустно звучит. Всегда регионы были кузницы кадров, вот и мы кузницы кадров теперь. Правда же, Сергей? Хотелось бы в Кове свою команду, конечно, именно профессиональную, чтобы мальчишки именно здесь росли и стремились попадать именно не уезжая отсюда. Прекрасно. Да, Сергей, а если все-таки говорить про хоккей большой, про хоккей олимпийский, да, как оцениваете шансы нашей сборной, в каком она сейчас настрое, в какой форме, оптимальной или неоптимальной, и можем ли мы уже считать, что ну, золото у нас практически в кармане? С вашей профессиональной точки зрения. Да. Так считать никогда нельзя, и соперников недооценивать нельзя. Но я считаю, что все шансы на победу есть, тем более я патриот, и я болеть буду только за Россию и уверен, что они справятся. Сергей, а то, что вот не будет НХЛовцев, но с вашей стороны, с вашей точки зрения, это же, ну это же круче, правда, что другие имена зажгутся? Ну, конечно. Просто, конечно, бы хотелось видеть турнир сильнейших, то есть, когда собираются лучшие спортсмены во всем мире. А таковые, как правило, в НХЛ играют. Вот. Но их, к сожалению, не отпускает их лига. Поэтому будем играть теми, кто есть. Отлично. Да. И напоследок китайский. Да, китайское задание. Китайское задание, Сергей, для вас сегодня мы со всеми, с кем общаемся в эфире, проверяем, насколько они хорошо готовы к просмотру Олимпиады и знают китайский язык. И вот вам финальный вопрос. А, как мы все прекрасно знаем, что букетси по-китайски это пожалуйста. А как же по-китайски будет спасибо? И три варианта ответа. А, то есть опять я, как да, бы, конечно. Да? Конечно. Смягчаем. Я знаю только нихао. Да, я так понимаю, что мы смягчаем, да? В китайском языке нет «э», да, есть только «е», да? Получается, кеке, меме или сесе? Вот как будет спасибо? Как вы думаете? Честно, даже не знаю. Кеке, меме или сесе? Угадайте, вот что вам ближе. Да. Меме пусть будет. Пусть будет меме. Ну, в принципе, близко. Очень близко. А все почему? Почему вы не угадали? Потому что китайцы пока не играют хорошо в хоккей. Да, все верно. Это на самом деле сессия. Шайба прошла близко, понимаете, к линии ворот как бы. Все, благодарим вас. Сергей Малышев был с нами на связи. Тренер наших мальчишек из Торнадо. И продолжает тренировку прямо сейчас. Спасибо, Сергей. Друзья, вот я посмотрел, пока мы набираем следующего нашего спортсмена, да, кому мы будем звонить. Я посмотрел вообще... В каких же видах спорта выгодно быть спортсменом, чтобы завоевывать много наград? Вот так, вот, на Олимпиаде. Вот смотри. И интересная подборка. Ну, конечно. Биатлон. 11 комплектов наград. Ух ты. Надо упереться и, собственно, работать над этим. И сразу... В скелетоне, например, только две сразу награды. Сразу, Саша. Два комплекта наград в скелетоне. Ну, есть ли толк? В хоккее два комплекта наград. Ну что же такое, для общего зачета. А вот, например, горнолыжный спорт, 11 комплектов. Где у нас горнолыжники достойные? Наверное, на Красной Поляне в Сочи ездят. Я надеюсь, но мне кажется, они только ездят, а участвуют-то не очень. Фристайл, 13 комплектов наград. Сноуборд, 11 комплектов наград. Но видишь, это все виды спорта. Конькобежный спорт. 14 комплектов это наград. Все виды спорта, ну, кроме конькобежки, наверное. Нет, те, которые недавно. Том, мы развиваем их, Виталик. Развиваем. Где? Развиваем. Давайте про биатлон, друзья, поговорим немножечко. Там тоже много комплектов наград. И у нас мой любимый биатлон, между прочим. Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Макеев Олег Филатович, добрый вечер. Здравствуйте. Олег, здравствуйте. Мы хотели бы сначала поздравить вас с завоеванием серебряной медали вашего сына на соревнованиях в Москве. Поздравляем. Спасибо. А что это был? Да, поздравляем вас, Глеба, поздравляем. Вы молодцы. Когда... Слушайте, мы следим за вами, реально следим. Когда Глеба увидим в олимпийской сборной? Спасибо. Ну, еще подрасти надо, чтобы в олимпийскую сборную попасть. Ну, старайтесь. Мы должны болеть за своих. А шансы-то есть, Олег Филатович? Ну, по крайней мере, пока результаты неплохие. Так, а давайте теперь оценим шансы нашей олимпийской сборной по биатлону. Сколько наград соберем? Золотых, давайте. По биатлону? Да.
Всего 13 комплектов там. 11. Не эксперт такой, чтобы судить, сколько надо. Ну давайте, вот я за 11. А давайте как болельщик, Олег Филатович, потому что я, например, ярый болельщик биатлона, и, ну, как бы слежу за всем. Да, да, да. Я думаю, награды будут, и будут золотые награды. Есть шансы у нас и смешанные эстафеты, где бежит Латыпов, Логинов, Непотудина и Рябцова. В принципе, которые показывают неплохие результаты. Да, 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 очень надеемся на ребят, но помним о том, что у соперников, конечно, катастрофически сильные команды, у шведов, у норвегов. Кто главные конкуренты наши? Норвежцы. Норвежцы, конечно. Да. Немцы, да. Подожди. Норвежцы, шведы и французы на данный момент очень сильны. Да, у Германии сейчас происходит смена поколений, и, к сожалению, они пока, ну, как бы в тени находятся. Даже мы сейчас подожди, повыше. Сейчас как китайцы рванут. Китайцы, ну, их тренирует Бьерн Дальнс Домрачева. На самом деле, ничего удивительного не будет, если они рванут. Так. Олег Филатович, ну, Бьерн Даллен с китайцами, это, конечно, прекрасно, но давайте как-то поприземленнее. Про наш биатлон. Про наш-то биатлон. Какой у нас уровень биатлона нашего псковского? Ну, развитие биатлона, в принципе, идет, особенно в городе Пскове, если брать область. Вот, особенно детский биатлон развивается. Есть, конечно, проблемные вопросы. Ну, вот давайте озвучим проблемные. Нехватка тренерского состава, тренеров, конечно, не хватает. Стрельбище, у нас нет стрельбища же, правда? Да, нет официального лыжного и биатлонного стадиона. Это очень жалко, конечно. Для Пскова хотелось бы иметь свой лыжно-биатлонный стадион. Хотя бы для пневматики, чтобы детки могли заниматься и показывать хорошие результаты. Так и не решен до сих пор вопрос. Мужчины так в эфире у меня задумались. Эта проблема тянется уже несколько лет. Да даже тренировочные залы, насколько я помню, у меня дочь занималась раньше биатлоном, да, они были в ужасном состоянии, я не знаю, в каком они сейчас состоянии. Слушайте, но у нас есть прекрасная спортивная база «Юность» в острове. Ну, как она нельзя задействовать? База есть. Ну, во-первых, она находится в 60 километрах, детей там не так просто выводить из города, будем так говорить. Вот. Ну и там, в принципе, тоже не все в порядке. Олег, а у меня есть вопрос по поводу детей. Очень важно, очень важно. А что не в порядке в базе «Юность»? Ну, в принципе, там требует замена некоторых участков асфальта на роллерного полотна. Поэтому вы тренируетесь в Моглино, да? Поэтому вы в Моглино тренируетесь? Да, в Моглино и на Соколихе катаемся на дороге. Требуется стрельбище биатлонное, пневматическое, детское. Эх, а там-то в 2013 году Кубок IBU целый проходил, я помню. Ну да, было такое. А у меня про детей я хотела спросить. А насколько пользуются, ну вот сейчас разговаривали про хоккей, про фигурное катание, насколько пользуются как популярностью, ну вот... Деток отдавать? Популярностью популярный вид спорта биатлон. В принципе, как? Занимается группа не сильно большая, но вы поймите, биатлон — это индивидуальный вид спорта. И здесь, если вот появляются какие-то звездочки, их надо вести дальше. Поэтому это именно индивидуальный вид спорта. Но детей занимается, и желание у детей есть заниматься у многих. Вот это самое главное, чтобы было желание у детей заниматься. Желание, чтобы был энтузиазм у тренеров, и государство помогало в лице региональной власти. Да, поддержка нужна обязательно. В пример, вот сейчас мы на международном биатлонном турнире имени Александра Привалова. Вот, значит, его спонсирует практически Нуждов Алексей Викторович, который нам оказал хорошую помощь. Он предоставил нам винтовки и установки для стрельбы из пневматики. Вот. И сейчас, в принципе, неплохо им помогает. Для детей это громадный праздник. Они довольны, счастливы, горят. Готовы. Ну, поэтому и места занимают, потому что довольно счастливы и горят. И горят. Да. Спасибо большое. Нет, подождите, так просто не отпустим вас. У нас сегодня урок китайского языка. Олег Филатович, да, немножечко подготовим вас к просмотру Олимпиады и проверим, насколько хорошо вы знаете китайский. Мы сегодня со всеми гостями уточняем это. Так вот, как же все-таки по-китайски будет «спокойной ночи»? Вот дадим вам три варианта ответа. Варианты такие. Вань-ань. Вань-мань, Вань-сань. Спокойной ночи. Наверное, третий вариант. Вань-сань. Промах. Промах, Олег Филатович. На штрафной круг. Нихо. Хо-хо-хо. Так, Вань-ань на самом деле. Спокойной ночи. О, понятно. Все, благодарим вас, Олег Макеев был с нами на связи. Тренер спортивной школы Олимпийского сегодня. Удачи вам в вашей эстафете. И Глебу большой привет. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Тройной тулуп.
открылись зимние Олимпийские игры в Пекине. Ура, ура, ура! Ура, 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 ура! Все, перерезали ленточку. Да, друзья. Зажгли огонь. Я напоминаю, смотрите, добавлено 7 новых дисциплин в этом году. Спортивных. Женские одиночные соревнования по бобслею. Так. Мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине Big Air. Опять не относится, к сожалению, к нашему региону. Смешанная эстафета в шорт-треке. Смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике. Прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе. А вдвоем на лыжах с трамплина теперь они за ручку полетят. Возможно. Ну, а давайте ближе. Ближе к нам. У нас самый демократичный вид, зимний вид спорта — это лыжи. Конечно. Исконно русский, назовем его, несмотря на то, что не вы как бы... Наверное, исконно. Да. Будем так считать. И поэтому с нами сейчас на связи кто? Президент Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова. Владлен Игоревич, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Присоединяйтесь к нашей беседе. Да, поздравляем, во-первых, вас с открытием игр в Пекине. Взаимно, спасибо. Вот. Что ждем от лыжников наших там? Ну, ждем традиционно только победы. Наши лыжники традиционно уже из года в год от Олимпиады к Олимпиаде борются только за самые высокие места. Лишь бы, что называется, было честное судейство. И омикрон прошел бы мимо нас. Ну, это тоже. 12 комплектов наград разыграют в лыжных гонках, а еще лыжное двоеборье есть. 3 комплекта. Вот. Будем надеяться, что да, а медалей будет у нас много, все. Подожди, а вот скажите мне, пожалуйста, все-таки, вот я смотрю на успехи сборной нашей в новое время. А что так скептически-то вот это вот так вот? Подождите, если в советское время, как мы помним, вот все лыжные гонки были за нами, что же случилось с нами в 90-е, в 2000-е? Куда все делось неожиданно? Владимир Игоревич, как считаете? Ну, вы знаете, я не считаю, что все пропало. Я вот тоже совершенно с вами согласна. Сегодня у меня такие скептические мужчины вокруг меня, знаете ли. Я тут одна отбиваюсь, сижу. Вот смотрите, 88-й год. Сборная СССР занимает первое место на Олимпиаде в Калгари. 11 золотых. В 92-м мы второе место занимаем. Ну, объединенная команда, понятно. 94-й, первое место, 11 золотых. 98-й, третье место, 9 золотых. А вот дальше уже провал. 2002-й, 5-е место. 6-й, 4-е место. 2010-й, 11-е место. Только 3 золота. 14-й, слава богу, 1-е место в Сочи. 13 золотых, а потом 11, да? В 2018-м, 13-е место. Ну и что это? Вот кроме Сочи, то зацепиться не за что с 98-го года. Ну, вы знаете, я не считаю, что это уровень нашей сборной, может быть, сильно упал. Может быть, средний уровень других сборных подрос. Может быть, конкуренция выросла, поэтому... А мы остались там же, где и были. Ну, мы стараемся идти вперед. Мы стараемся идти вперед. Мы традиционно... Нет, подождите, ну вот мои родители как рассуждают? Вот смотрят лыжи и думают, как же ж можно? Вот страна, которая полгода проводит в снегу, пол, там, я не знаю, треть территории, да, за полярным кругом, я не знаю. И чего ж мы не можем на лыжах нормально ездить? Мы в биатлоне проигрываем по скорости вечно почему-то. Там стреляем, ладно, может быть, куда ни шло. Но по скорости лыжи, вечно, да, мы вторые. Почему мы норвежцев не можем сделать, что называется? Вокруг одни пессимисты. Я устала от них отбиваться сегодня. Подождите, вы меня переубедите, Владлен Игоревич. Вот что не так? Может быть, с подготовкой что-то не то? Может, лыжи у нас не едут, не той системы? Да. Мазь не та, я не знаю, что. Мы выиграем, иногда норвежцы выигрывают этот спорт. Это спорт. Сегодня мы вышли на пик формы, завтра они вышли на пик формы. Поэтому я не считаю, что мы в чем-то хуже или... Ну, давайте не забывать еще о том, что спорт великих достижений начинается все-таки с детского спорта. И был момент, конечно, когда у нас был провал по детскому спорту. И мне кажется, что вот сейчас мы начинаем потихонечку, да, как бы это все восстанавливать. Не забываем о том, что у Норвегии, да, есть же такое мнение, что у них рождается малыш и сразу встает на лыжи. А у нас на что встает? Подождите, вот, коль уж у нас остается немного времени, пока Владимир Игоревич еще с нами, нового Михаила Иванова-то мы ждем. Да мы все ждем уже 20 лет, не дождаться не можем. Растим. Уверен, что дождемся. Конечно, вырастим. Что мешает? Ничего не мешает, нужно продолжать готовить. Ну вот смотрите, сколько из ваших воспитанников уехало, я не знаю, ну, выше уровнем хотя бы там куда-то. Есть какие-то ребята, да, которые сейчас уже там в Петербурге, в Москве, может быть, показывают результаты? Нет, ну вот мы говорим, что у нас есть талантливый спортсмен из Саркасинского района Егор Гусок. Он выступает за город Санкт-Петербург, и совсем недавно на спартакиаде Северо-Запада он занял первое место. Мы про него показывали.
Да, да, да. То есть он не выступает за Псковскую область, он выступает за город Санкт-Петербург. Ну, потому что там федерация, наверное, помощнее. Ну, естественно, большой город. Конечно, в общем, конечно. Нужны деньги, а таланты есть. Да. Владлен Игоревич. Финальный вам вопрос. Сегодня мы все готовим к просмотру Олимпиады в Пекине и немножко подтягиваем китайский. И как вы считаете, как будет по-китайски 1 миллион? И три варианта ответов. Вот попробуйте угадать. И лай тань, и бай вань, и вань дай. Считаю, оба три варианта достойны. Чтобы называться миллионом. Ну, я склонился бы к третьему варианту. Ивань-дай. Но на самом деле Ибай. Да, но неважно, вас бы и так поняли, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, успехов. Друзья, давайте очень быстро подведем итоги нашего опроса. Какое место займет сборная России по итогам зимней Олимпиады в Пекине? На первом месте 45%. Войдем в тройку, без сомнений. Это вариант Ирины. Мой вариант, поборемся за 5-6 места, 20% набирает. И 20% набирает вариант, конечно, первое место. Вот я считаю, что, конечно, первое место, и сделаем мы это с большим отрывом. Я как будем уже 2,5 недели болеть очень сильно в любом случае. Будем и надеяться, что мой сильно. Прогноз на 5-6 место не сбудется, мы займем первое. Да. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Уже завтра ждем первое золотишко в нашу копилочку, да, общую, очень всероссийскую. Ждем, да. Очень ждем, да. Ну, и я думаю, что еще не раз в эфире радиостанции «Маяк» мы будем обсуждать, как вообще происходят дела у нас на Олимпиаде. Да, ну что же, Александр Робин, Ирина Алексеева, Виталий Михайлов. И Цзинь Цзяо всем. Пока.